Здрасте всем, мы в Вирджинии, Шенандоха, парк. Приехали вчера, полазили какой-то там bear fence или что-то такое, очень прикольно, красиво, классно. Скалы тут, камни, горы, подъем где-то чуть больше километра, но впечатляет. Обрывы такие крутые, все, деревья. Хорошее упражнение. В общем, плохо было бы здесь остаться с палаткой пару дней.